Я всех приветствую. С вами Ирина, активная участница проекта Whole World. Для тех, кто не знает, наш проект работает с 2011 года, и на протяжении 10 лет успешной работы у него происходили изменения, конечно же, в лучшую сторону. Я в проекте участвую уже 9 лет. Ну, почти 9 лет. Вот в июле месяце будет уже 9 лет. Я каждый год выкладываю видео на своем YouTube-канале. Там год я в проекте, два я в проекте, три я в проекте. И в июле, конечно, я тоже сниму видео. Так вот, и сейчас происходят в проекте грандиозные изменения для вас, дорогие подписчики, дорогие участники, будущие участники. Происходят изменения, о которых я вас сейчас и буду знакомить. Итак, давайте смотреть. Вот это главная сайта проекта Whole World. Она будет меняться на данный момент. Сейчас май месяц, она выглядит вот так. Будет новые видео о благотворительной эстафете, новая видеопрезентация о благотворительном марафоне уже совсем скоро. Сменили концепцию. Теперь все деньги, пожертвования идут в фонд помощи больным детям, а фонд уже нам выплачивает денежные вознаграждения по тому же самому маркетингу. Маркетинг не поменялся, как было, так и есть. Деньги приходят нам на кошелек. Ну, у кого-то это баланс аккаунта, у меня привязан Payeer кошелек. Вот в эстафете вот сегодня пришло $5, $5, $15, $5. В марафоне приходят $3, $2, $1 согласно маркетингу. Здесь на главной вы можете почитать, что такое благотворительная эстафета и как она работает, и посмотреть вот этот короткий ролик. Как принять участие в эстафете? Есть ссылочка на моем YouTube-канале, ну, либо если вы смотрите меня в соцсетях, в профиле найдете ссылку «Проект всем миром», либо «Whole World» будет у меня написано. Вы сначала принимаете благотворительную эстафету. Здесь показано, как распределяются деньги в эстафете. Вы передаете благотворительную эстафету другим людям. Они также совершают благотворительное пожертвование и партнерский фандрайзинг, то есть вы считаетесь фандрайзером и получаете результат. Каждый раз, когда кто-либо из ваших партнеров по команде совершает благотворительное пожертвование, вы получаете заслуженное вознаграждение. И количество людей, которым вы можете передать эстафету, не ограничено. Чем активнее растет ваша структура, тем больше денежных средств направляется на благотворительность, а вместе с тем начисляется все больше и больше вознаграждений вам за эффективный фандрайзинг. Здесь вы можете посмотреть наглядный пример. Здесь подсчитано, сколько средств вы можете получить и сколько средств направляется на благотворительность. Благотворительный марафон. Здесь у нас обновились слайды. Что такое марафон, вы можете почитать, кто может участвовать, как это работает, как заполняется бинарная партнерская структура. Сразу скажу, она заполняется сверху вниз, слева направо. Вот такой слайд обновили, что пожертвования у нас ежеквартальные, каждые 3 месяца. И вот вы по маркетингу получаете денежные вознаграждения. Здесь 10 уровней. Вот, начиная с первого уровня и в глубину по 10 уровень. Вот здесь расписан маркетинг марафона. Финансовая мотивация. Вы можете получить за каждое место в марафоне до 5854 доллара. А на благотворительность может направиться до 71 610 долларов. И обязательно продлевайте каждые 3 месяца свое место. Дождитесь заполнения 10 уровней. И тогда у вас будет вот такая кругленькая сумма. Количество мест вы можете жертвовать неограниченно. У меня их 3. Приглашать не обязательно, но я всегда говорю, не надо рассчитывать на переливы. Приглашайте, приглашайте и еще раз приглашайте. Если все будут рассчитывать на переливы, то
им попросту неоткуда будет взяться. Показано, как работают переливы, и еще вы получаете дополнительное вознаграждение за личные приглашения. То есть вы будете получать по 3 доллара каждый раз, когда ваши личные партнеры активируют и продлевают активность своих мест в благотворительном марафоне, если вы участвуете в благотворительной эстафете. Это называются спонсорские бонусы. Если у меня партнер не участвует в эстафете, то его спонсорские бонусы прилетают мне. Поэтому я всегда говорю, участвуйте и там, и там. Вот здесь вы видите официальный сайт www.ru. Можете посмотреть и здесь найти свое имя. Сегодня в новостях очень хорошая новость. Дарим 25 долларов на подключение услуги бизнес-автомат. Вообще бизнес-автомат это довольно дорогая услуга, платная. Обычно она стоит 50 долларов в месяц. А здесь вот такая акция. Вы можете ею воспользоваться, купить бизнес-автомат. Всего за 25 долларов получается, что это скидка 25 долларов. То есть вы платите не 50, а половину. И акция будет действительно до 31 мая. Тогда вам не нужно будет приглашать, а партнеры будут сами идти в вашу команду. Кроме того, по 25 долларов получат все новички, которые активируют свои аккаунты до 31 мая. Используйте эту акцию для активного расширения своей партнерской структуры. Но я всегда говорю, сначала оказываем пожертвования, а потом подключаем бизнес-автомат. Участвовать в проекте вы можете абсолютно спокойно, размещать посты в социальных сетях, записывать видео, потому что этот бизнес, он легальный, он не попадает под статью. Кстати, проводился на прошлой неделе вебинар, почему наш проект сменил концепцию и почему наш проект не попадает под статью. Ссылочку я оставлю в YouTube, ну, для тех, кто меня смотрит в соцсетях, оставлю ссылочку на этот вебинар, посмотрите внимательно. А для тех, кто еще не знает об этом проекте, нас-то всего 1 100 000 человек, поскорее регистрируйтесь по ссылочке, которая будет под этим видео. Свяжитесь со мной, и я вам расскажу все о проекте от и до. Дам все материалы, которыми владею сама, все инструменты, свои знания, опыт. Дуплицируйте мои действия, применяйте на практике. И добро пожаловать к большим денежкам. Пока-пока.